перепрыжке показывает 64-20. То есть он показывает лучший результат Володи. И Володе нужно было перепрыгнуть самого себя. Ну вот в этот раз не случилось, это спорт. Он многоопытный спортсмен. Сами понимаете, что опыт ему точно не занимать. Он сделал все, что мог, но это спорт прежде всего. Здесь не железная дорога, где электрички ходят по расписанию, и там иногда срывы бывают. А здесь, вот представляете, я вот каждый день повторяю. Мы приходим... 11 o'clock. 11 o'clock, somebody else was talking about other much later hours. Because at that time, the fireworks display will start, so we need to be back for that. Now, where the boats come back to is just opposite the Dubna One Hotel. It's at the swimming pool, which is not far from here. So those of you in the Dubna Hotel will have no problems in getting back to your hotel. Браво! 120 ее результат в предварительном круге, и она готовится совершить свое первое прохождение с удержанием буксировочного троса ногой. 720-540, 2 бека с волны, 2 бека плоских, 540 на крут, 360 на крут, раскрут с волны, сейчас ТФЦП лицо-лицо, с волны 280 под себя с ТФЦП и 2 боковых. Но все во времени, неплохая полдистанция. Сейчас покажет во второй полдистанции. Начинает из спины. Вот сейчас включится секундомер. Скиллайн, спина-спина. 540 обычная. 540 обычная. Еще 540. И сейчас сальто из спины. И второе обычное заднее сальто стоит. И сальто заднее обычное стоит. И спину заднее. Ну, молодец. И два боковых скачка очков. Ну, сейчас не знаю. Немножко скомканное было второе прохождение. Узнаем ее результат после видеоповтора. А на дистанции француженка Бенон Кастат. И начинает она в руках с серии скиллайнов. Неплохо. Ой, мама дорогая, как она растет. Франция, Бенон Кастат. Давайте посмотрим. 720, 540. Ну вот расстроена, видно, что не так ровно у нее все это получается. Болтается она по кильватору. Но хочет все-таки доехать до конца. Видите, даже здесь паузы нет. Что-то не так. Но борется до конца. Давайте аплодировать. Степ-цеп, лицо, спина. Спина, спина за временем. Молодец, Мэнон, до конца боролся. Мартен поддерживает свою спортсменку, подняв высоко французский флаг на трибунах. И там его отец также в таком парике и с двумя флагами в руках поддерживает французскую молодую спортсменку. Но что-то не заладилось у нее тоже. Не знаю, чем занимались французы вчера вечером, но с утра у них что-то не идет. Вчера ребята все доезжали до конца, а девчонки падают. Но вот она практически закончила первую полдистанцию для всех остальных. А Мэриан Матье на дистанции, вторая полдистанция. Скиллайн. И вот эта пятерка, которая не позволила продолжить выступление предыдущей спортсменки. Вы видели, как просто Мэрион с ней справилась. Набор сальто. И приветствуют французов. Ох, какой сложный был сейчас, что каждая фигура на вес золота. Каждый поворот. Самый простой поворот – это боковое скольжение, держать руками 60 очков. Самое сложное – это сальто с винтом. Не помню, сколько стоит, но где-то в районе 1000. Так что... Меняются оценки фигур. Сальто от 800 очков оценивается, добавляя фазу поворота. Чья фигура на вес золота? Мэрион Айнот. Вторая полдистанция. Вот скиллайн. Один. Это вряд ли. Сальто заднее чистое. Сальто заднее чистое. Сальто в спину. Из спины. В лицо стоит. Но видели? Вот этот не будут судьям ничего говорить, пусть заткнут уши. Алекс Лауретано. Алекс Лауретано из Италии. 8.930. Я объясню сейчас, почему я так Клементин хотел видеть на дистанции. Чуть позже. Давайте посмотрим за выступлением Алекс. Первая полдистанция с удержанием буксировочного троса ногой. Неплохой темп исполнения фигур. Стоять! Ой, как потерялось здесь много на простом раскруте. Вот лицо-лицо. Лицо-спина. И ну и тут дальше понятно за временем, что она сейчас нам покажет. Из спины 540, простая фигура, скиллайн, спину, сальто заднее чистое, сальто заднее в спину.
И еще в спину. Из спины в лицо не получилось. И вот Ник. Well, this is a real thrill now to see the current record holder, world record holder, Clementine Lucene. Wow, look at this. She isn't wasting a second here. Perfect toe pass out across the wake. Watch this heat coming out of the water and back over the line into the back position. Back to back. Perfect. Oh, well done, Clementine. Настроена побороться с Наташей. Смотрим ее второе прохождение. Клементин Люсин, Франция, на дистанции 540. Вот он, скилайн в спину. Вот он, еще один скилайн из лица в спину. И заднее сальто высоко. Второе заднее сальто. Сейчас будет заднее в спину. Еще одно из спины в лицо. И здесь, очевидно, из спины в спину. Нет. Вот, не получилось у нее. 7710 предварительным. 7710 предварительным надо улучшать, чтобы бороться за медали. Первая полдистанция с простых 540 начинает. Скилайн, спина, дорогой, 480. Ой, не получилось лицо, спина. Черт с ним, сальто заднее, первое. Сальто заднее, второе. В спину сальто. Главное, темп не терять, спина. Нет, не получилось. Ну, и не амортизировать приход сразу, уходить во второе сальто. Здесь баланс необходим. Посмотрите, как балансирует спортсменка, держась одной ногой за фал. И здесь очень важно, чтобы не провисал фал, все время был натянут. Видите, какой высокий темп. Раскрут с волны, 300 очков. Вот это 480 лицо-лицо. Это 320. И еще два поворота по 150, еще по 150. И время опять мы не слышим. Камила Линарес из Колумбии. Итак, Мария Камила Линарес из Колумбии. Вот такой длинный путь проделала спортсменка сюда в Дубну, чтобы продемонстрировать вам свое умение кататься на фигурной лыжи. Первая полдистанция в ногах. Немножко там были какие-то проблемы на простых достаточно фигурах, но вот сейчас эти самые сложные вращения, я не понимаю, что со временем происходит. Но во времени у нас... We're back on the water now for the great talent of Mariaca Linares from Colombia. Итак, колумбийская спортсменка Мария Камила Линарес на дистанции второго прохождения. Вот мощные сальто. Сразу начала она выполнять, вот посмотрите, даже с винтом одно, из спины в спину еще одно, очень хорошее прохождение, еще одно из спины в спину, стоять, да, как она рада, молодец, Мария. Хорошо известная дубнинцам Мэнди Найтингейл из Соединенных Штатов Америки, она будет бороться за медаль здесь точно, первая полдистанция в ЦПМ. 8-160 в первом предварительном круге. И сейчас она знает, что ей надо показывать больше 8,5, чтобы выйти в лидеры. Ой, мама дорогая. Наташа Бердникова и ее соотечественница Айрис Камбрей, которая в предварительном круге показала 9-240. Итак, Мэнди Найтингейл, вторая полдистанция в руках. Она будет доказывать, что сильная фигуристка, до конца будет бороться за медаль. Задняя чистая, второе чистое заднее. Из спины в лицо заднее, из лица в спину. И из спины в спину, смотрите, вот это очень сложная фигура. Раз, и есть! И если бы не это, потеряло. Первая полдистанция с удержанием буксировочного троса ногой. Наташа, давай! И семерочка, пятерка в спину. Два бэка с волны будет. Две спины плоские, 540 накрут. Раскрут, обычный накрут. Сейчас будет А раскрут с волны простой. Степ ЦП 360 есть. Спину одно. Степ ЦП спина два. Вот. Есть! Первая полдистанция. Прекрасно! Может быть, мы видим заезд чемпионки. Может быть, видим заезд призера. Но чемпионка-то мира, она уже в 2011 году в трамплине была. 540 простой. Скилайн. И еще один скилайн. И вот они сальдо пошли. Первое. Стоять. Второе. Стоять. Хороший темп. И давай, Наташа. Спину! Из спины! Давай! В лицо! Доворот! В спину еще одно! Стоять! И быстрей! Время! Wow. Есть! Есть! Вау! Wow. Высокий результат, но мы видели, Наташа Бердникова сделала сухой заезд туда-обратно, все во времени. И Айрис на дистанции. Набор из 540 вращений, это просто
Опа-на! И я думаю, чемпионкой мира здесь второй раз. А может быть, кстати, и третий. Поскольку в многоборье, по-моему, у нас тоже все хорошо. Итак, давайте поприветствуем заключительное выступление. Айрис Камбрей завершает здесь финальную часть чемпионата мира по фигурному катанию. Вторая полдистанция. И она не сдается. Ой. Ну, наверное, да, расстроена. Уже все.